что это везде делать, да? Есть, Мамеда! Ты зачем нажимал его? Мне очень рад. О, ну он тебе подсказал. Подсказал. Ты ему сейчас тоже будешь подсказать? Супер, победили. Давайте пятюню. Почти все. Стой! Вот, победа, вы победили. Поздравляю. Я третий уровень! Давайте я сыграю теперь, попробуем. Давай. Чему вы меня научили? Проверим. Раз, два, три. Давай. Ты опять Ваша? Один я? Друзья, всем привет! Вы на канале Cool Twins. И с вами, как всегда, папа Миша. Дима. И Леша. Приветствуем вас! И сегодня будет обзор игры Among Us. Честно, я не очень хотел этого делать. Я считаю, эта игра немного жестокая, но и развивает, в принципе, логику, мышление. Но ребята настояли, чтобы мы делали на ней обзор, потому что они по-тихому играют в ее бабушке на телефоне. Нет, у мамы. Ага, у мамы. Они уже научили меня немножко в нее играть, ну, поэтому, надеюсь, вам понравится наша. Первый импостер, да, был это как? Синий такой. Да, три импостера. Так, можно здесь создать свою комнату, частную комнату, также с друзьями играть, либо же публичная комната. Ну, публичную, чтобы было быстрее. Давай на один. Группа ПААА. Давай на один. Но здесь один же человечек будет только. А. Там один. Давай где вот максимум. Ну вот давай вот здесь вот. Игра уже началась. Понятно. А вот это. Это так самое. Игры уже. О! Так, ну, прошу тебя. Знаешь, как здесь? Здесь вот этим управляют. Да. Вот ролик. Вот это вот действие. Это тоже надо нажимать? Да, можно. А, какая скорость! Справляемся в таком мы лобби. А чё уже зеленый? Ой, нет. Жёлтый. Розовый. Не знаю. Ты импостер? Сейчас узнаем, кто. Сейчас. Ну, это вот оно закрушает. Нет, ты не нажимаешь это. Нет. Ну, оно не работает. Ты... Это загрузка такая? Так. Ты предатель! И что это значит? Значит, ты убиваешь всех. Маша, оборотень, дайте сюда. Так не убивай сейчас. Потому что тут все есть. За секундочку. Скроем задание. То есть здесь есть задания. Их можно выполнять тоже, да? Импостером нельзя. Срочное собрание. Что это значит? Есть, убили, молодцы, импостеры. Рассказывайте по игре, что значит сейчас. Вот надо... сейчас будет голосование. Я хочу голосовать за него. Это голосуем, кто может быть импостером, да? Нам не нужно сказать, что это мы. Там на нас не подумали, правильно? Да, правильно. Смотри, голосуем. Невеста импостер. Есть. Ну, это же ты не проголосовал, ты. Да. Зеленый голосовал, да. У него 17 уровень, а у него первый. Так они не меня, так они меня. Опа! Ну, смотри, какие чё? Уровни. 66 уровень. 17, 27. У нас только второй. Кого-то выгнали, да? Не был предателем. Импостер это, короче, предатель. Ха-ха. А ну-ка, пока. А снова? Так быстро. Группа не найдет. Что ж такое? Покидает игру. Мы будем играть сегодня или постоянно будет голосование происходить? Давай проголосуем за этого. Вот это? Да, секунды. Голосуем. А за нас тоже кто-то проголосовал. Ставить лайк. Кто? А, нас не выбрасывают? Ого, смотри, сколько против него. Все. Почти что все, мы. Да? Выкинули. Не был он предателем. Тоже ошибочно выкинули. Берегитесь еще. Тихо, Дим, не убивай. Нажми на задание. Да, нам не надо выполнять. А, админ провести карты. Нам точно не нужно их? Не надо. Не надо. Так они саботаж. Так они победят. Устройте саботаж.
О, строится саботаж. А, это тут. Вот саботаж написано. Стой, я хочу. Не, вот, вот, мышкой. Ты управляешь, да, вот так. Беги. Дим, что ж такое? Срочно Дим, ты не успел на саботаж. Ну это же не Дима виноват. Ты видишь, что они быстро бегают так? Начало голосования. 12 секунд. Давай этого, за этого скинки. Да, псинья. Мы можем вообще не голосовать? Не надо. Лучше за... они за нас голосовали. Да? Почему предатели не могут быть в одной команде? Не ставят! Не ставят! Так поставили это... на нас? Вот. За... за этих двоих. И что, их двоих выкинули? А, никого не выбросили, ничья. Берегись, еще троих предателей. Давай, беги. Саботаж! Ну, тихо! Не брюк! Тут же нет. Саботаж! Саботаж, как его просто? Нажимай просто! Саботаж! Что это будет? Вот он. Вот. Вот тут. Опа, закрылось. Не выполняй задание. Выполняй. Я знаю. Так объясните, что это происходит? Это... розовый! Что? Что значит саботаж, мальчики, расскажите. Это надо... это электричество. Выключаешь электричество? Да. Ага. И в темноте можно убивать других, правильно? Да. А, все, я понял. В темноте их лучше не убивать. А зачем тогда делать саботаж? Опа, голосуй, голосуй, голосуй за него. Yes! На нас не ставят. Ставят на нас тоже. Нет, только не надо. Не надо, не надо. Один. За один. Хомяк-босс. Уходит, наверное, хомяк-босс. Хомяк-босс. Нать. А ну там был? Не был предателем. Остались почти все предатели. Тихо. Дима, саботаж. А что превращение будет? Не надо. Не надо? Они уверены все и спалят тебя. Тихо, нет, не в люк. Саботаж. Электричество нажимай. Смотри, смотри. И что это будет? Что это везде, где выкачивается? Есть! Победа! Победа! Ты зачем нажимал ее? Дима очень рад. О, ну он тебе подсказал. Подсказал. Ты ему сейчас тоже будешь Невеста. Подсказать? Супер, победили. Давайте пикюнем. Так, ну что, заново? Это моя же лучшая хочу. Да. Конец игры. Ну давай. Вот что нужно быть импостером, да? Ой-ой. Ну я себе понять. Кинчик. Ну да, смотри, может черный. Такой. Вот, а ты будешь мэром. Ну, он хочет таким. Это видит. Так, давай. Не успел? Не успел, хочу какашкой. Нет! Зачем? Тебе нравится, что мы какашкой бегали? Йос! Ну что, Дима, как нельзя делать? Плохо будешь вести. Ты плохо ведешь. Ты плохо. Есть, я импостер! Импостер снова? Да! Ну давай попробуй. Опа, это что, самая карта? Это ты выбираешь, где появиться, да? Давай, беги. Оборот. Там очень много места, чем в обычном корабле. Может, да, покаж? Есть. Давай. Главный зал. Мне кажется, они сейчас сразу поймут, что ты импостер. Уже в прошлом разу никто за тебя не голосовал. В этот раз, наверное, пойдет. Ага, голосовай, голосовай. Голосуй. Не куша, голосовай, не куша. Голосуй. Голосуй, правильно. Не куша, где? А, вот. По оценку. Восьмой уровень. О, не вот третий. Любимый. У нас второй вообще. Да, голосуй. Давай. Не куша.
не куша, давай, сливайся. То же самое импульсив. Ничья. Да? Ничья. Правильно, ничья? Ничья! Это импульсив. Ты в каюте. Карх. Опа, смотри, импостер. Невеста. То же самое их жидки импостер. А это красное над ним значит, что он импостер? Да. А Люк как? Нет, не надо. Лёш. Ним, так не будет нечестно. Не, что я не подсказывал мне, потому что меня двое свинит. На компьютере тяжелее играть, чем на телефоне? Ну, я хотел залезть, но обидно. Ты никого так и не успел убить, да? Да, не успел. А если не убиваешь никого, то что? Ничего страшного. Сникэ-бои. Сникэ-бои. Не куша, а ты шо? Опа! Один. Не куша. Нет, она не... мороженое! Мороженое! Щечки. Любит мороженое! Любит мороженое. О, вот это такой Феликс. Феликс! Это такой ютубер. Феликс. Им был предатель. Ты снова остались? Феликс? Почти все предатели. Вот, победа, вы победили. Поздравляю. Я твой! Давайте я сыграю теперь, попробуем. Давай. Чему вы меня научили? Проверим. Ой, здесь мало таких игроков, может перейти на другие игры? Да ничего страшного. Четверо игроков. Пятеро. С вопросами там. Опа. Феликс! Я думаю, что ты импостер. Нет. Два раза подряд импостером вы были. Теперь что, третий раз думаешь был? Давай. Ты опять импостер! Один! Ты один! Ты один! Ваша! Один я? Угу. Это самотаж строивать! Запотаж! Самотаж! Саботаж. Саботаж. Так, то есть никого не саботаж. Убьют, пока я не убью, саботаж. Правильно? Саботаж. Что это будет? Везде выключился? Да. Нет, ты не можешь. Все закрывай. Все закрыты двери. Все? Да. Все закрыто, все. Не надо. Я что, давай уложите. А что будет, если я превращение сделаю? Ты станешь игроком, а надо, чтобы ты убил кого-то и притворился. Не надо просто. Если есть еще два импостера, значит все хорошо. Они выполняют задание, я же проиграю, если никого не убью. Что-то у меня вообще не получается. Ну, хотел, чтобы был один. Ну. Хоть как будто. Вообще даже никого не вижу. Видишь, это плохо из-за того, что мало игроков. Можно никого нереально найти. Они все выполнят все задания там по-тихому и все. Поэтому я говорил, что ну, не надо играть там где-то по двое, трое только игроков. Миша, здесь не набралось тоже. Так, вообще это камеры? Нет. Давай туда пойдем, это камеры? А, нет. Вот и Сюша, вот тут.
Первая кровь. Давай кнопку нажмем. О, вон кто-то бежит. Давай нажму на кнопку. Я не смог. А что такое? Срочное собрание, и она нас сейчас придумает. Мороженое. Против мороженого будем голосовать? Угу. Но она же поняла, что мы убийца. Мы за ней бегаем. Давай за мороженое. Ну, сейчас узнаем. За нас тоже проголосовали? Да, кто-то проголосовал. Ах, все, мы проиграли, за нас больше проголосовали. Мороженое проголосовало и мусконька. Выплывай. Да, все, я проиграл. Вот получилось выиграть. Как-то я научусь, тоже жили. Получится. У детей в данной игре получается лучше, чем у меня. Четвертый уровень! Все, хоть уровень достиг. Давайте 5. Ну что ж, ребят, спасибо всем за игру, правильно? Да. Спасибо, что досмотрели наши подписчики это видео до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставайтесь с нами. Все, всем пока. Пока-пока. Пока.